А сегодня продемонстрирую, как работает Daily Tonizer и нож для удаления некачественного перманентного макияжа. Для начала мы обрабатываем, дезинфицируем кожу. Кто-то наносит анестезию, кремовую первичку. Я сегодня буду демонстрировать без анестезии. У меня болевой порог, я не чувствую боли, так что продемонстрирую. Сначала я травмирую. Если у вас пигмент сидит глубоко, значит мы травмируем единичкой. Точечно, чтобы достать до пигмента. Холостой иглой, без ремувера. Иголочку я выставила около 2 мм. И начинаем мы травмировать. Сегодня, допустим, будем удалять оранжевый. И вот так точечно я травмирую, чтобы достать до пигмента. Как можно чаще. Когда вы полностью травмируете место, где у вас перманент, только потом наносим мы ремувер. Я работаю без анестезии, совершенно не больно. Затем немножечко капаете, сколько вам нужно ремувер. Я, допустим, 2 капельки капну, много не нужно капать, расходовать. И мейкобрашем наношу на травмированную ткань. Засекаю время, минуту. Если у вас перманент очень-очень старый и глубокий, вот как вот здесь у меня темно-синий-черный, то здесь можно нанести около 2 минут. Не передерживайте на нежной коже, потому что можно получить ожог. И выжидаем. Сейчас мы еще травмируем вот этот вот глубоко засаженный пигмент. Мы тоже тестировали это все. Пигментики. Ну, сейчас будем его удалять. Минутка, мы вот так аккуратненько помакаем и смотрим. Полностью пигмент еще будет выходить у вас в течение 28-30 дней вместе с лимфой.